Всем привет, ребят! Давайте сегодня опять немного почудим. В общем, видите, сзади меня находится вот такой вот автомобиль. Капиндос, классный. Такой подкрашенный немного. Немного гниловатый, но нормально. Пороги, как всегда, в хорошем состоянии. Что тут вкратце по нему? Смотри, как здесь салон крутой стоит. Честно, даже не знаю, от чего, но нормально. Впереди вообще электрические сидушки. В общем, тачку подготавливали. Не знаю, для чего. Наверное, для езды по ночному городу. И чтобы... Видите, тут две бутылочки Кока-Колы, нашей любимой. К чему это все я? Многие из вас просили слить тормозную жидкость, ну и залить вместо тормозухи, неважно что там, воду, там, солярку, там, что-нибудь еще. Но так как мы любим чудить с Кока-Колой, давайте сольем с нее просто всю тормозную жидкость, зальем туда Кока-Колу и посмотрим, как поведут себя тормоза. Погнали! Чтобы ее завести, немногие даже, наверное, я думаю, об этом знают. Здесь есть такая вот штука, которая называется кривой стартер. И досталась она вот с таким ключом нам. Поэтому сейчас я еще попробую ее и завести, как она будет заводиться. Знаю, что у меня такая машина была, когда она на холодной очень хорошо заводилась. Вот, на горячую, фиг его знает. Ну, давай. Проще толкнуть. Вот, ребята, значит, что получается. На самом деле, когда открываешь бутылку с Кока-Колой, заливаешь в бачок, начинаешь качать тормоза, происходит что следующее. То есть сама кола, конечно, она проходит по системе, все доходит до цилиндрика, все хорошо, все качается, все. Но тормоза отсутствуют по простой причине, потому что в коле содержится газ. Если кто не знает, если в тормозной системе содержится газ либо воздух, опять же, урок физики, он сжимается. А если он сжимается, значит что? Значит, у нас нет соответствующего давления на поршеньки, которые не могут надавить на колодки. В общем, поэтому и нету тормозов. Воздух либо газ в системе тормозной должен отсутствовать. Поэтому придется сейчас из колы сначала выхлопнуть весь газ, а потом уже залить ее сюда, ну и по новой все это дело нам прокачать. Поехали! Ну вот, значит, все нормально. У нас теперь вместо тормозной жидкости там находится Кока-Кола. Правда, уже без газиков. Но скажу вам честно, автомобиль не новый. Да я думаю, на любом новом автомобиле не шибко прям это все хорошо заработает. В общем, сейчас давайте прокачусь и посмотрим, что у нас с тормозами. Ну и что, они не работают? Электрические. Все, нету. Блин, если на подъемнике хоть как что-то накачивалось, то здесь уже ничего этого не работает. Ну, давай. Кошмар. А вот что получилось. На самом деле, когда выбили газ из колы, залили, начали качать, ну, что-то хоть как-то со второго раза в любом случае срабатывало, как-то придавливались колодки к дискам. Пока скатили с подъемника, перекатили сюда, в общем, поставило немного, ну и, похоже, манжет пришел совсем кирды. На самом деле, педаль просто болтается, просто топлив самый полик, никакого ни сопротивления, ничего нету. Отсюда можно сделать какой вывод? Кола вместо тормозной жидкости
это утопия. В общем, это не работает. А, ребят, ну на самом деле, в любом случае, эксперимент прошел на ура. Кстати, в давние времена, если кто-то терял тормозную жидкость по дороге, неважно по какой причине, по причине там порыва шланга, либо еще чего-то, слышал, что делали как? Брали воду с мылом, то есть мылили мыло в воде, чтобы оно стало такое прям очень мыльное, заливали вместо тормозухи и ездили. Возможно, это и будет работать, но, ребят, кола не работает. Так что, ребят, все нормально, все отлично. Не заливайте колу вместо тормозной жидкости, все это фигня. Но у меня на этом все, так что смотрите, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, обязательно комментируйте. Ну все, пока.